в знакомстве и встречи с интересными людьми. Положительный настрой. Ну, я обещал прийти, несмотря на трудный день. Очень вкусно, это очень важное и нужное мероприятие. Первая российская ночь состоялась аж в 1993 году. В Оренбург же она пришла в 2003. Новая площадка кинотеатра «Синема 5» позволила комфортно и с удовольствием посмотреть шедевры рекламы из коллекции создателя ночи Жана Мари Бурсико. Самое интересное, самое крутое, самое светское мероприятие в городе Оренбурге в этом году. Ночь зажигательной рекламы в самом разгаре. Скоро уже все гости отправятся для просмотра первого блока рекламных роликов. Сегодня, в честь 20-летия ночи прожектной рекламы, вся программа озвучена российскими актерами. Если раньше мы делали русские титры, то в этом году вы будете не только видеть хорошие ролики, но и слышать голоса любимых артистов. Если в вашем цехе душно, если в офисе жарко, то, видать, пора настало заключать договора. Очень прочный, очень солидный. Выбирай, но осторожно, но выбирай. Но просмотр роликов – это всего лишь часть. В честь юбилея организаторы подготовили особенную программу. Творческие площадки, фэшн-показы, уникальное фрик-шоу, розыгрыш рекордного количества призов и, конечно же, звездную ведущую – актрису, модель и продюсера Машу Малиновскую. Раз, 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 Оренбург, Оренбург. Добрый вечер, Оренбург. Добрый вечер! Категорически поздравляю с этим замечательным днем, с днем пожирателей, ну и пожелателей тоже. Мы же все этого желаем, мы желаем пожрать рекламу. Мне нравится в этом году такое фееричное шоу, правда, интересное, красивое. Все супер круто.